Министерство транспорта пошло навстречу российским авиамоделистам и хозяевам беспилотников. Чиновники предлагают частично отменить обязательную регистрацию маленьких вертолетов и самолетов, введенную в конце марта, о чем пишут «Известия». Минтранс подготовил поправки в Воздушный кодекс, которые вновь сделают свободной эксплуатацию так называемых небольших беспилотных авиационных систем. Беспилотники массой до 30 килограммов не только не придется регистрировать, но и процедура обязательной сертификации им не потребуется. Этот вариант поправок обсуждался еще в прошлом году. Однако на этапе согласования максимальная масса аппаратов, не подлежащих регистрации, была снижена с 30 килограммов до 250 граммов. В итоге полеты игрушечных квадрокоптеров и авиамоделей оказались под запретом.